поехать еще месяц назад на эти соревнования, но не успели зарегистрироваться. Здесь был такой ажиотаж, что пришлось нам подождать еще месяц, зарегистрироваться уже на эти соревнования. Так же, как в Кострому, был ажиотаж такой, мама не горюй, еле в сотку попали. Так что здесь будем бороться. Сегодня первая тренировка. Начнем по порядку. 11 мая наша команда Red Bug в лице Антона Коржавина, Сергея Дроздова и вашего покорного слуги вышла на старт Кубка Воронежской области по ловле спиннингом с берега, который проходил на акватории Воронежского водохранилища, расположенного прямо в центре главного города Черноземья. На место мы прибыли за сутки, покинув Дубну в обед 9 мая, чтобы провести одну полноценную тренировку, пробежать по всем трем зонам будущих баталий. Но небесная канцелярия еще за несколько дней до часа X давала понять, что легкой прогулки не будет. Гидромедцентр передавал сильный ветер и мощнейший поток воды с неба. Основная надежда была на то, что данный катаклизм сдвинется с утренних часов на вечернее время, предоставив нам шанс половить рыбку, понять акваторию. Готовиться к соревнованиям, как многие делают, начали еще задолго до поездки, подыскивая какую бы то ни было информацию из сети интернет. Было ясно, что ловля предстоит с расположенных под острым углом в воду бетонных плит и с высокого парапета. И если плиты не представляли себя чего-то из ряда вон выходящего, то в условиях парапета никому из нас ловить еще не доводилось. Ну что ж, для этого и нужна была тренировка. По парапету мы успели пробежаться и поймать по несколько окуней, более-менее поняв зону, как нам показалось. Поэтому мы ринулись поскорее в другие зоны, так как с неба то и дело начинал моросить дождь. Впоследствии оказалось, что мы прошли всего половину зоны. Это было нашей первой ошибкой. На дамбе в будущей зоне Б мы пробыли каких-то 20 минут, воочию убедившись, что окунь здесь клюет, что плиты настолько склизкие, что не обходилось без инцидентов и купания в апрельской воде Воронежского водохранилища тренирующихся рядом спортсменов. Дождь заморосил не переставая, и мы решили поехать отдохнуть после дальней дороги, поесть, поспать и посушить вещи. А если получится, то сгонять половить на акватории вечерком. Но непогода совсем разгулялась, и проснувшись ближе к вечеру, оставшееся время мы болтали и готовили монтажи, собирали снасти перед предстоящими соревнованиями. На старт мы прибыли заблаговременно. Погода сказка, лишь ветерок раздувал в зоне Б хорошие барашки на воде. Пересказывать ход соревнований я не стану, скажу лишь, что в первом туре мне достался парапет, где я слил всего одного окуня и поимел еще одну нереализованную поклевку. Напарники же принесли в копилку команды необходимые очки. Второй тур я попал в самую благодатную акваторию, где было тихо, но поймав сразу почти со старта несколько окуней, доловил третьего лишь к середине тура. Потом была плотвица и свалившийся на берегу матросик. Парни также половили чутка. Ну и в третьем туре пришлось идти в зону Б, где ветер был в лицо и по поверхности плавали острова травы и мусора. За весь тур я поимел лишь одну поклевку. Антон принес с парапета такую же баранку, а вот Сергей смог поймать свою рыбку. В итоге соревнования закончились для нашей команды лишь на 27-м месте. Несколько дней отходил от этого поражения. Анализировал, думал, переживал. В следующем году обязательно приедем побороться сюда вновь. Нам очень понравился Воронеж. Это какой-то поистине волшебный город. Чистый, ухоженный. По его улочкам, я уверен, приятно погулять вечером. Что нам, к сожалению, толком и не удалось из-за погоды. Спасибо организаторам, спонсорам, участникам соревнований за борьбу. Действительно, в Воронеж приезжают мастера своего дела. Всем удачи!